Что касается горячих поводов, то какие бы искры ни летели в спорах на самом высоком уровне, даже не пытайтесь раздувать из них пламя. Это рабочие моменты. В отношениях между нашими странами еще не было ситуаций, в которых мы не нашли бы компромисс. Российская Федерация – наш стратегический партнер и союзник. Там живут просто наши люди, наши братья. Кто бы они ни были – русские, чеченцы, ингуши, евреи – это наши братья, потому что вчера мы жили в одной квартире, в одном государстве.